В республике проходят отборочные соревнования 5-го национального чемпионата WorldSkills Russia. Вместе с конкурсантами в Якутск прибыли около 600 компатриотов. Кто они такие и какую функцию выполняют на соревнованиях, в материале Юрия Осипова. У каждого участника соревнований WorldSkills есть прикрепленный к нему компатриот. Это тренер, наставник, психолог и все это в одном лице. Им может быть преподаватель образовательного учреждения или представитель работодателей. Это человек, который занимается подготовкой участника на всех стадиях. Площадки они как тренеры, а есть еще и сопровождение во время чемпионата. Это и психологическая подготовка. Тренер, эксперт-компатриот это не только тренер, это психолог, это мотиватор, это человек, который сопровождает его всегда во время прошлых соревнований. Компатриоты делят с участниками все их переживания и волнения, но при этом их задача суметь успокоить своих подопечных. Илюза Зарипова из Республики Башкортостан сама на протяжении нескольких лет принимала участие на соревнованиях WorldSkills в компетенции «Парикмахерское дело». И в этот раз выступает как наставник. Она готовила свою участницу в течение года. Конечно же, и эксперты, и участники, они все волнуются. Мы понимаем, насколько важен результат. Эксперт-компатриот из Ямало-Ненецкого округа Марина Мордасова привезла на соревнования свою студентку. Ее подопечная учится на 4-м курсе педагогического института и выступает в компетенции «Дошкольное воспитание». Подготовка была в течение 3 месяцев, и сейчас как раз вот переживаем все, ждем, как она выступит. Смотрю, как она готовится, где-то какие-то ошибки, возможно, замечаю. Помимо работы непосредственно с участниками, компатриоты также заняты на площадках. Они активно помогают экспертам и участвуют в оценивании результатов. Основным принципом WorldSkills является объективность оценки. Поэтому эксперты-компатриоты каждого участника, все коллективно тоже принимают решения, оценивают уровень каждого участника. В общем и целом, успешное участие в этих соревнованиях зависит не только от самого конкурсанта. Немаловажную роль здесь играет работа компатриота. От того, насколько слажена их команда, зависит успех. И это касается всех компетенций. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.